Строительство газопровода Каладжинская-Гафицкая мы начали в 2017 году. За 2017 год мы освоили порядка 23 миллионов. И для завершения нам еще необходимо порядка 50-55 миллионов. Это будет все зависеть от индексации цен и от изменения базовых коэффициентов, применяемых в сметной стоимости строительства. На этот год мы получили для продолжения строительства порядка 50 миллионов. Надеемся, что по результатам проведенных торгов и экономии, образованной в целом по программе газификации в Краснодарском крае, нам выделены дополнительные средства, чтобы мы тот газопровод, который у нас заявлен в проектной документации, Каладжинская-Гафицкая, закончили. Также мы в этом году начинаем строительство нового газопровода, который завершит газификацию района в его центральной части, это станица Хутор Сладкий, станица Упорная. Это одна из крупных станиц, где более 2000 населения, где люди ждут прихода большого газа, а дальше мы начнем развивать разводящие сети. В прошлом году, в 2017, мы стали участниками программы, реализуемой через Министерство сельского хозяйства в рамках федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий, получили субсидию на строительство газопровода низкого давления, это в хуторе Сладком. Мы смогли организовать и провести конкурсные процедуры, определить подрядчика, освоить порядка 14 миллионов рублей. Газопровод завершен строительством, теперь готовимся и оформляем документацию к его пуску и подаче газа в домовладение селян.